Я приветствую всех на канале Игровой Калейдоскоп, меня зовут Денис, мы будем сегодня продолжать проходить судейки, друзья. Мы находимся в Шаданимо. В прошлой серии мы всех и вся здесь осмотрели, поэтому пришла пора пойти найти Тала и Буки для того, чтобы отправиться в храм и убить злую паучиху, хрен знает, как ее зовут, на самом деле, я не помню. Ну вот как-то так. А, ты посмотри. Сейчас я вам кое-что покажу. Нужно было идти сюда для того, чтобы найти Тала. Но здесь, оказывается, еще есть один проход. Вот, посмотрите, с синим флагом. Мы же здесь не были, это точно. Какой я невнимательный все-таки оказался. Вот Флорина есть. И опять Флорина. Еще кувшин. Раковина когтя. Чудесная штука. Так, что это? Это куда? Нет, подожди. Однозначно нужно подождать. Так. Какой-то домик. Домик-домушка. Домик-теремок. Шалаш компота. Компоса, конечно же. Это уж я так. О, сундук. Меня радует однозначно этот город. Призы-сюрпризы 100 флоринов. Мы получили сектор-приз на барабане, друзья. Статуэтка, изображающая Мо в ипостаси орла, стоит высоко на полках. А, действительно, смотри-ка, я сразу-то не обратил внимания. Окей. О! Пустой кувшин. Бедные жители, если они узнают, кто их обворовал, мне кажется, меня просто распнут. Распнут на кресте, и все. И поминай, как звали. Давай поднимемся сюда. Куда ведет этот путь? Неужели в храм? Ну-ка, подожди. А это колокол. Я 100% говорю, что колокола здесь однозначно не зря. Это уже, по-моему, четвертый колокол. Если как-то узнать, для чего они нужны. Я уже говорил, что, возможно, здесь их придется нажать по этим кнопкам в определенной последовательности для того, чтобы открыть, например, какой-нибудь проход секретный. Ну-ка, давай. Ну чё? Ничего не произошло? А наверх посмотреть? Это не может быть просто так, друзья, не может быть. В играх такого плана никогда ничего не бывает просто так. Ну, я надеюсь, что потом мы узнаем, что здесь может быть спрятано. Ладно, пришла пора отправляться к Талу. Если я не ошибаюсь, мы здесь все уже обшарили. Вот карта здесь не очень удобно сделана. Даже вот если ее увеличить, не совсем понятно, где я, допустим, был, где я не был. Не очень удобно, серьезно. Дом очень независимого племени Шадани. Да, раньше уже называли... Ну, не раньше, их называли... Вот в такие вот средневековые времена, то есть семьями, домами, ну, вот города. Ну, ладно, мы сейчас не об этом. Только те, кого послал мудрый Карик, могут попасть в храм. А меня послал мудрый Карик, поэтому все нормально. Этот, мне кажется, вообще разговаривать не умеет. Оп, подожди. А там наверху что? А я туда заходил? Поднимался как-то, нет? Ну-ка, подожди, я просто посмотрю. Нет, там ничего нет. Поэтому продолжаем движение к храму. Стоять! У вас есть разрешение Карика войти в храм? Конечно, у меня есть... Как он там? Он мне посох дал, по-моему. Я здесь, чтобы присоединиться к друзьям и сразиться за храм. А, у тебя охотничье копье. А, копье, копье. Знак его благословения. Пусть боги будут милостивы к тебе. То есть не зря мы сначала отправились к старейшинам. В любом случае, это пришлось бы делать потом.
Ну, поэтому вот я и говорю, что всегда нужно идти не сразу по... Так, что это? Не сразу по сюжетке, а по другим закоулкам. Вы можете сражаться рядом со мной. Мне понадобится помощь в битве со стражами храма. Кристаллу не должно ничего угрожать. Но вы многое еще должны доказать, прежде чем я позволю забрать кристалл в Иллюмину. А, все-таки она согласна отдать. Вот поэтому мы здесь. Мы хотим помочь. А замок, я уверяю тебя, это самое надежное место для хранения кристалла. Тал, вот ты где. Я повсюду тебя искала. Что ты здесь делаешь? Я пришла помочь. Одна? Да, одна. Что будем делать? Мне некогда спорить с тобой, Айриш. Возвращайся домой, пожалуйста. Прости, Айриш, но ты принцесса. Ты не должна здесь оставаться. Это опасно. Это для твоего же блага. А вдруг с тобой что-нибудь случится? Это может случиться со мной по дороге в замок. Юную принцессу одну бросили королевские гвардейцы, доверенный офицер. Интересно, что по этому поводу скажет королева? У меня куча дел. Ты солдат, Тал. Тебе отвечать за Айлиш, если она останется. Простите, ваше высочество. Пойдем. Ну смотри, Буки полезла. Подожди. В соответствии с нашим планом, Буки и Элька займутся верхней частью храма. А мы должны расчистить первый этаж. А, то есть нам еще даже управление не дают. Ни Буки, ни Айлиш. Ой, ни Буки, ни Элька. Задание выполнено, отлично. То есть я-то думал, что сейчас мы сразу всеми будем играть. Оказывается, нет. Так, ладно. Где наш Тал? Будем играть, конечно же, им. Здесь я ничего не пропустил. Блин, а может... Давай-ка вернемся немножко обратно. Давай зайдем там в дом в один. Для того, чтобы подвинуть ящики. Найти бы еще его. Я не помню, где этот дом. А, склад. А склад, по-моему, рядом с кузнецом. Вот здесь вроде. Сейчас посмотрим. Точно, точно, точно. Сейчас я там подвину эти кубики-рубики. И достанем этот сюрприз. Какой-нибудь приз-сюрприз. Так, куда его? Нет, назад что-то вообще не вариант, да? Значит, толкаю вперед. Хорошо, хорошо. Рюкзак. 150 флоринов. Неплохо. А как достать там-то? А, подожди, там же вроде еще один ящик есть, который можно двигать. Отлично. Плата солдатам. Действительно, 150 флоринов еще в кармане. Вообще замечательно. Тут еще куча этих кубиков-рубиков на самом деле. Вот так. Рюкзак. Еще 150. Рюкзак. Еще 150. Итого 600 флоринов получили. В принципе, почти за просто так. А здесь случайно нет ничего сзади? Нет. А чё тут? А зачем? Это нужно было делать или нет? Там нет ничего случайно. Блин, как бы теперь посмотреть? Потому что вдруг там что-нибудь еще осталось, а я нифига этот не увижу сейчас. Залезть на них тоже никак. Ну-ка, наверх если посмотреть. Там никак. Здесь ничего. Здесь все взяли.
Я думаю, наверное, все, да? 4 сундука взяли, все, выходим отсюда. Так, ну что же. Перед путешествием в храм у меня есть еще одна идейка. Наверное, стоит сейчас вернуться в Иллюмину для того, чтобы попасть, значит, на поле тренировки. И там тоже подвигать ящички и взять приз. Я туда сбегу за кадром, это все произойдет мгновенно, поэтому не затянет очень, не займет очень много времени. А вот так вот, ребятушки, не пускают меня обратно-то. Нужно защищать кристалл. Поэтому придется так или иначе идти в храм. Ну ладно, ничего страшного. Я думаю, что успеем еще вернуться туда. На площадь для тренировок. Ну, если вы помните, конечно, там был тоже сундук, спрятанный за ящиками. Ну все. Так, погоди. Чуть я запутался. Это где я вообще? Так, вот здесь мы поднялись. Правильно? То есть я не помню этого хода. А, ну все, 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 сообразил. Настоящая принцесса? Здесь? В нашей деревне? Я Кампус, мастер каменотес. Добро пожаловать в Шаданиму. Слушай, я был в твоей хижине, приятель. Извини за беспорядок, который там тебе устроил. Расскажи мне об этих скульптурах. Эти головы олицетворяют четырех героев Омнии. Работа спорится. Еще какая-то пара лет. Расскажи мне об арканитах. Люди называют их порождение света. Они рождены в солнечном свете, но души их черны. Счастливо. Так, все, еще один колокол, смотри. Уже 5 кнопок. Однозначно, 100% нужно нажимать их в правильном порядке. Так, мне сейчас идти куда? Сюда нужно? Или наверх подняться? Давай сначала поднимемся наверх. Вот здесь. Я думаю, там что-нибудь есть. Так, и что? Да, вроде ничего нету. Это типа, наверное, какой-то смотровой вышки, что ли. Все, пришла пора заходить в голову. А вон тому животному, кто это, лев там или кто? Сейчас только сохранюсь быстренько. И начнем наше путешествие в храм. Так, это у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, волк. Окей, погнали. Какие-то странные фиговины здесь. Изображение какого-то идола еще. Окей. Нам еще нужно паучьи железы собрать. Тоже по квесту. Я думаю, их здесь будет достаточно. Целебная мазь. Блин, нужно было продать. Я забыл совсем. Ну ничего. Здесь наверняка пригодится. А вот и дверь в храм. Так, началось. Месиво. Во, паучихи, пауки. О, блин, он замедлил. А, вот для чего замедление-то. Ну, то есть, вот оно как выглядит, я хотел сказать. Блин, довольно серьезный противник. А, теперь я понимаю, друзья. Понимаю, для чего нужны все разные виды оружия. Их нужно менять в зависимости от того, какие враги. Так, 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 так. Ничего
Ничего, нормально. Все нормально. Тал бьет сильно, поэтому ничего страшного. Так, 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 так. Куда ты напал на мою принцессу? Засранец. Во. Железо паука. И у меня пропало замедление. Это отлично. Окейшки. Блин, какие они сильные. Еще одна железа, поэтому теперь можно будет сдать квест. Так, впереди еще иллюзия. Чтобы увидеть скрытые объекты, перейдите. Это я знаю. Это я знаю, друзья мои. Давайте посмотрим, что из себя представляет вход в храм. Так, ладно, сейчас выберем Айлиш временно. Чё это такое? А, его нужно поставить на места. Так, придется три штуковины двигать. Ну, это несложно. Потом стопудово что-нибудь откроется, но для начала я хочу осмотреть помещение. Потому что здесь что-нибудь может быть. Там-то, когда статуэтки поставить на места, 100% откроется проход. Так, еще выше. Какой-то портал. Какой-то кристалл. Чего за... А, еще где ты? Упала, что ли? А что за портал? Как в него попасть? А почему сюда Айриш не залезает? И что делать с этим кристаллом? Черт. А если попробовать залезть сюда Айриш, может быть, она что-нибудь может сделать? Она же колдунья. А может, этот кристалл вообще для Элька? Хрен его знает. Совсем еще нужно будет разобраться сейчас. Ну, сейчас быстренько слазим. Ну-ка. Нет, она ничего не делает. Это, наверное, Элька должен собирать кристаллы эти. Пока не ясно для чего. И какие-то порталы еще наверху. В них тоже попасть пока не получается. Ну ничего. Всему свое время. Давайте поищем что-нибудь еще. Ну, вроде все, да? Мы вернулись обратно. А вот боковые двери закрыты, кстати. Ладно. Двигаем. Горелка красного ладана встала на место. Горелка синего ладана встала на место. Горелка зеленого ладана тоже встала на место. Так, один проход открылся. А, оба прохода причем открылось. В какой пойдем, друзья? Давайте пойдем, наверное, сначала налево. Пойдем сюда. Тут наверняка будут лабиринты. Поэтому главное не запутаться. Масть навыка. Слушай, здесь сохранялка. Мне это не очень нравится. Так, снимать замедление нужно тоже вставить пузырек для быстрого использования, чтобы снять замедление. Хорошо, давайте проверим правый проход, потому что если здесь сохранялка, значит сюда по сюжету и нужно идти. Возможно, с этой стороны не будет сохранялки. Какой-нибудь секрет. Сейчас посмотрим. А, здесь заперто еще. Ну тогда я вообще переживать не буду, что я что-то могу пропустить. Я думаю, что мы с тех дверей выйдем на обратном пути.
Все. А, вон еще один кувшин-то. Пустой. Побежали. Пока все линейно. Ой, фонтан какой-то. Ладно, комната с фонтаном. Вода в этой комнате искрится магией. Я думаю, что сейчас придется использовать способности Айриш для того, чтобы открыть все эти дребедени. Ладно, сейчас. Бальзам навыка. Окей. Блин, еще одна стена для Буки. Как же мне все это запомнить? Уже три стены для Буки есть. Ну, давай подойдем к фонтану, что ли? Полное исцеление. Вот это да. Это вообще круто. Сундучелло. Кристаллы еще здесь. А как мне сюда попасть? Где рычаг или что-нибудь? Блин, печально. А, сейчас смотри-ка, я здесь провалюсь. И как мне все достать? Все сундуки. Здесь уже кто-то шел, видите? Пол обваленный. Ну, здесь нет ничего. Сюда предстоит вернуться позже. А кристаллы, возможно, являются своего рода, наверное, телепортами. Видите, можно отсюда, допустим, туда телепортнуться, да? Ну, я так подозреваю. Блин, жаль, конечно, жаль. Все, выходим отсюда. У нас еще один проход сзади остался. Началось. Вот вы красавцы. Отлично. Давай его. А, блин, промазал. Окей. Быстрее. Окей. Ну, если к ним привыкнуть, то не так уже сложно, кажется. Неплохо. Так, откуда пришли? Пришли мы отсюда. Давайте посмотрим, что здесь есть. Так-то ничего особенного, да? Ну все, поднимаемся наверх, значит. Что такое там шевелится? А, это просто текстурки. Хорошо, погнали. Волнительная очень музыка. Я уже жду не дождусь, когда встречусь с этой паучихой здоровой. Так. Секретный проход. Отлично. Что у нас здесь? Вы взяли пригоршню желтого ладана. Вы можете взять только одну щепотку ладана. И чего теперь? Проверить. Вы добавили желтый ладан в горелку. И что случилось? А-а-а! То есть нужно смешать цвета. То есть мне нужен сейчас зеленый. Желтый плюс синий будет зеленый. Так. Окей. Смешиваем цвета и попадаем в нужную комнату. Это было несложно.
Только вот куда идти в начале? Какая дорога квестовая? Какая, ну, основная дорога, какая нет? И чего? Сокровищница, здорово! С одной стороны. Ладно. Я думаю, что оно будет стоить того. Железо паука получаем без проблем. Так, что это? Остатки племени Шадани, когда-то сказочно богатого, ныне загнивающего. В смысле, это прах их, ну, гробы, что ли, или чего это? Давайте посмотрим, что здесь. Прекрасно. Тотем орла. А, так, у нас был волк. Орел это как раз для Айлиш. Нужно будет вернуться, не забыть. Сказочное сокровище Шадани, разрушенное ядовитой паутиной клейких пауков. Пустой сундук, разграбленный после вторжения пауков. От когда-то найденного склада осталась только пыль. Так, интересно, как теперь вернуться обратно? А, ну без проблем. Ну что, тотем и все, да? Я так понимаю. Все, возвращаемся тогда. Так, чтобы нам сделать фиолетовый цвет, нужно смешать красный и синий, по-моему. Если я не ошибаюсь. Я в детстве вообще мало любил урок рисования. Поэтому я сейчас чисто логически пытаюсь поразмыслить. Попробуем сейчас. О, да! Все получилось, отлично. А уже вот Буки с Элькой пришли. Опачки! Смотри-ка, переключили. Давай посмотрим, что хоть у них есть. Ладно, с этим все понятно. Вот эта штуковина у них. Каламарка. Сила 10, крит 15%. Стандартное оружие с высоким шансом нанесения критического удара. Буки — одна из немногих воинов, принадлежащих к традиции «Путь когтя», и очень искусно обращается с этим оружием. К сожалению, большинство воинов Шадани теперь используют оружие, похожее на оружие стражей Иллюмина. Неплохо. Кстати, кунсткамера обновилась. Давайте посмотрим. Клейкий паук. Атака, дальний бой. Способности: иммунитет к яду, замедлению и оглушению. Может замедлять противника и проводить мощные атаки. Используйте ближний бой. Паук-меч. Ближний бой. Иммунитет к яду, замедлению и оглушению. Может пробивать щиты, отравляет противника и проводит мощные атаки. Используйте дальний бой и магические атаки. Ну хорошо. А что у тебя по броне там? Доспех из мягкой кожи обеспечивает среднюю защиту, зато не ограничивает движение, что очень ценится в боевом стиле Шадани. Нормуль. Буки. Давайте посмотрим сразу на Элька. Какие хоть у него способности есть. Кстати, уровень у них 7. Далеко не идеал. Протонный фазер. Сила 20, крит 5%, темп высокий. Ну, у них тоже, видите, один дальний бой, второй ближний. То есть, такая же пара, как у нас. Сайлиш. Протонный фазер. Скорострельное оружие, наносящее небольшой урон противнику. Созданное из легких, но очень прочных сплавов. Этот фазер почти готов к полевым испытаниям, после чего поступит на вооружение армии Иллюмина. И флюксинатор еще есть. Темп низкий. Зато убойность с него будет, да, хорошая? Давайте почитаем.
флюксинатора, стреляет мощными зарядами, пронизывающими противника, быстро перезаряжается. Ионный флюксинатор был получен благодаря исследованию активных ионов, которые при попадании в сильное магнитное поле вызывают взрыв чистой энергии, способный разнести все, что угодно. Первое поколение персональных щитов в детище Элька. Давайте будем пробовать, наверное, оба оружия по очереди. Но все-таки сначала мы испробуем... Вы не можете покинуть? Попробую сначала я поиграть Буки. Так, вон стену вижу. Две стены. Там сразу сундук. С этого, пожалуй, начнем. Буки умеет карабкаться на стены, используя когти. Ну, это несложно. Молодец, Буки. Сфера могущества. ОН плюс 20. Давайте посмотрим, у кого меньше ОН, там мы добавим. Давайте добавим Буки. Отлично. Спрыгивает прикольно еще. Так, сюда позже. Нормуль. Масть навыка. Понятно. Так, еще одна лазейка здесь есть. Сейчас посмотрим. Что это за фигня? Тянуть. Плюс 5 опыта. А, во, дверь открылась. То есть она, получается, была закрыта. Ну, понятно. Все, да, вроде? Все, погнали в открытую дверь тогда. Мне не терпится все-таки уже посмотреть, как дерется Буки. Опа. Дверь закрылась. Целебная мазь. Офигеть. Ничего брать не могу. Опа, кто это? Трубка, вот, смотри, в паутине. Палата фресок. Вот оно пошло. Сейчас попробуем. Так, что-то я не понял. Ну что ты, давай, давай, Буки. Ну, неплохо. Блин, она промазывает только, а так-то хорошо все. Блин, она не успевает, у нее больно маленькая скорость. Это 100% контрольный удар. У меня еще и замедление. Ой, вообще красота. Ой, у меня Элька сейчас помрет. Ё-моё. Так, 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 так. Все, 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 все. Быстро, быстро, быстро. Давай, давай, пей, пей, пей. Скорей. Офигеть, ими очень сложно играть, потому что они не прокачаны нифига. Давай, давай, давай. Жесть просто. Давай уже добивай эту тварь. Ну. Да давай. Уф. Так, спокойно. Ветер духа УЗ всех бойцов. Сейчас будем заживляться. Духи направили к нам этот Так, и еще я хотел попробовать шторм. Мало ОН. Жесть. Нереально сложно, блин. Так, 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 скорее, скорее, Буки.
Да что ты будешь делать, а? А шторм-то прямо на всех, что ли, используется? Я единственная избранная мог. А, вот, нужно двигаться. Я стою на месте, блин, дурак. Нормально. Чё, еще что ли? Ну, наконец-то. Нифига себе. Это было сложно. Это было офигеть, как сложно. Так, ну этим я даже не хочу пробовать играть Эльку. Фига себе, вот эти дела были, блин, сейчас. Так неожиданно пульнули нас сюда. Я даже ни разу еще не пробовал ими играть, а уже закинули с такими сильными противниками. Нежданчик, конечно, нежданчик. Все, погнали дальше тогда. Сейчас, может, найдем пузырьков-то побольше. Сапфир возили, вы больше не можете взять этот предмет. Дай посмотрим, а что он вообще делает. Обнуляет воздействие замедления. Во! Я, пожалуй, сейчас его применю, наверное, на цифру 4. Во время боя пригодится. Окей. Мазь навыка. Мазь навыка можно применить сейчас на... Или поставлю на потом. Пускай пока будет. Ну вот. Как раз пригодилось. Алтарь Мо. Вот мы оказались на втором этаже. Начинается. Фига, смотри, какой здоровый хрен. Ну, началось. В деревне утро. Во, насмерть, насмерть. Только нужно попасть сначала. Черт. Да что ты промазываешь-то? Так, сначала нужно этих убивать. Зеленых. Окей. Так, и защищать Элька. Ах ты, гад, умри! Еще. Давай, давай, давай его. Так. Началось. Пей скорее свое зелье. Еще пей. Давай, 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 давай. Так, 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 так. Меняемся на буки, срочно. Ей получится быстрее просто убить. Здорово. Элька может использовать золотой кристалл на полу, чтобы заправить свой реактивный ранец. Датчик топлива наполняется при приближении. Удерживайте действие 1. Используйте клавиши движения. Окей, я понял. Так. Кристалл использовать для заправки ранца. Ага. А вон как он может летать. Ну, понятно все. Понятно. А, сейчас он тратится. Как только ты отходишь от кристалла, сразу он тратится. Это не очень хорошо. Давай, 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 давай. Что это такое было сейчас? Зачем я это сделал? Куда ты? Давай. Отлично. Теперь нам нужно вот сюда попасть. Куда ты? Куда ты?
Блин, он здесь не летит нифига. Хорошо, отсюда полетим. И он летит только прямо, не наверх, ничего. Поэтому секретные места, я думаю, что не получится найти. Восточная дверь дракона была открыта. А, внизу. Так, а где Буки? Все, спускаемся вниз. Охренушки. А, ли это восточная дверь, не понял я. Хорошо, пойдем сюда тогда. Тут еще куча, блин, ходов. А еще надо посмотреть, какой супер прием у Элька. Максимальная сила плюс 10. Я думаю, что ее нужно использовать для Буки. Что у нее сила 30. Да, сейчас для Буки ее используем. Так, погоди, не понял я. А, во. Повышает силу на 10. Теперь сила 40. Здорово. Побежали. А может быть здесь всегда попарно бегать? Нельзя вчетвером, наверное. Сохранялочка. Как раз вовремя, потому что я что-то даже переживать уже стал. А еще нужно выбрать... Нужно. Быстрая смена оружия, кстати. Настройки Элька. Пускай он, наверное, больше. А хрен, пускай атакует. У меня все атакеры. ДДшники пускай будут. Зал воинов. Так, хочу попробовать супер прием у Элька. Так. Кибернетика выстреливает залпом зарядов по дуге перед персонажем. Во! Ну-ка, вот так. Фига себе, прикольная штука. Еще один прием должен быть у него. Плазматика. Во! Наполним воздух свинцом и посмотрим, что упадет на землю. Что-то как-то не впечатлило меня совсем. Черт подери. Что-то мне как-то не нравится. Что за свечение странное? Какие-то бафы на меня наложили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, кто там умирает-то у нас? Давай-давай, скорей. Какие-то новые противники, уроды. А что ты будешь делать? Так, где еще? Давай, давай, давай. Зато у Буки вроде посильнее удары стали. Ах ты, черт. Кто там еще остался-то? Ты что тут колдуешь, Ку-ку. Колдун хренов. Это, наверное, он накладывал всякую фигню на нас. А ты заколебал. Алло. Череп арканита. Вот это арканит. Левелапы сразу у обоих. Неплохо. Так, отсюда мы пришли. Сейчас будем поднимать левелапы. Ценности. Ладно, с этим все понятно. Так, у нас Буки, да? Буки. Буки. Подниму-ка я здоровье. А у Элька я, пожалуй...
пылька. Я даже не знаю. Так. У Элька, пожалуй, я подниму дух. Все, на этом пока остановимся. Очень тревожная музыка, друзья. Давайте собирать все. И, кстати, еще нужно будет спуститься в комнату с фонтаном. Не забыть. Сундучела. Шализе, оружие Буки, давай посмотрим. Ну, правда, крита меньше, зато 3 слота для улучшения. Можно будет добавить просто 2 крита сюда. И что-нибудь еще. Наверное. Ну, давай выберем его, наверное, сейчас. И почитаем. Шализе. Пара мощных когтей с высокой возможностью улучшения, но с небольшим шансом нанесения критического удара. Шадани говорят, что это оружие было передано им Мо, великим котом, для борьбы с великим злом. Пламя внутри этих когтей должно быть таким же сильным, как гнев Мо. Я думаю, сейчас мы его возьмем. Отлично. Так, больше нет ничего интересного. Так, бежим дальше. Надо залечить. Так, окей. Так, как его сортировать? Не-не-не-не-не-не. Это, наверное, вот сюда сейчас. Целебное снадобье. Блин, нету, короче, больше заживлялок, представляешь? Это плохо. Все, бежим. Бежим сюда. Палата дракона. Ничего себе. Так, Буки здесь может... Что было написано? Шкура рептуфал. Так, можно месть сюда. Рвануть можно вниз. Ходов просто немерено на самом деле. Давай-ка я слажу. Слажу, говорю. Сюда слазить нужно. Посмотреть, что здесь. Вниз потом пойдем. Так. Ничего себе, дракон, смотри какой. Фига себе. Так, полезли дальше. Какая-то опять головоломка, видимо. Так. Что это? А, тут надо встать двоим, да? Для того, чтобы открыть эти двери. А еще можно спуститься вниз. А что там внизу? Тогда я поменяю игрока. Сейчас спущусь я вниз. Посмотрю, что там внизу для начала. Прежде чем лететь. Очень темно, правда, ничего не видать. Так, ладно. Ну, здесь, короче, одни бочки. Масть навыка. Как раз я выпью сейчас ее. И она не пригодится. Ой, не то нажимаю-то. Вот, отлично. Все, да? А вон там еще одна лестница.
Как на нее попасть-то? Так. Ладно, сейчас разберемся. Сколько, блин, интересных здесь фишек. Полетели. А вот лестница, погоди. Назад. Вот сюда вот. Я, правда, не знаю потом, как я полечу. Куда ты? Ну ладно. Хорошо. Эти все вещи однозначно пригодятся. Кто это? Буки, что ли, смеется? Так, и чё? А дальше как? Ну, давай хоть сваливайся вниз тогда. Ну, ладно. Я думал, что никак тогда не получится добраться. Обычно с краю здесь они же не падают, персонажи, вниз. Все, нужно пролететь через две ямы. Первая. Вторая. Отлично. Так, давай, иди сюда. Путь открыт. А вот наши старые друзья. Так, откуда я пришел? Шкура рептуфалла. Нужны аптечки. Так, отсюда вроде пришли. Сейчас я посмотрю. Вон еще бочка есть. Да, точно, отсюда мы пришли, поэтому двигаемся вперед. Сейчас наверняка будет босс. Длинная галерея. Так, погоди. Все выходы закрыты магическим образом. Ну, понятно. Чё теперь? Сейчас будет паучиха здесь 100%. Масть навыка больше выпить не можем. Наплевать на нее. Ой-ой-ой-ой-ой. Тарканиты. Так, так. Чёрт. Отлично. Давай, 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 давай его. Давай, ну, блин, почему круговой дарт не работает? Вот так сейчас вам сделаю всем, уроды. Тебе не уйти от моего меча. Тал у нас сильный, поэтому камень тени какой-то, ничего себе. Промазал, черт. Так, 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 так. Нормально. Эти, блин, маги остались. Недолго им жить еще осталось. Отлично. Последний, да? Иди сюда. Чего ты тут задумал-то? Смерть тебе! Смерть! Гад, а? Он телепортируется прямо перед ударом. Давай, 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 последний удар. Да пипец какой-то. Наконец-то. Левелап поднялся у меня у Тала. Кстати, нужно посмотреть, что это за штуковина такая.
камень тени. Этот абсолютно черный камень водится только у существ из царства теней. Этот камень — воплощение темных таинств мира, и цена его высока. У местного торговца его можно обменять на блестящие флорины. Отлично. Я думаю, что пора поднять, наверное... Очки навыков поднимем. К Талу. У Талу уже 11 уровень. Неплохо. Целебный бальзам. Так, это сюда. Вот так. Еще бочки. Погоди, что это такое было только что? Один из четырех хранителей Мо, почитаемый племенем Шадани. Ладно, давай бочки откроем все. Бальзам навыка. В смысле не могу взять предмет? Как так-то? Они же по 10 вмещаются. Вы больше не можете взять этот предмет. Чудеса какие-то. Целебная мазь. Так и чё, и куда мне идти-то теперь? А, во. А с той стороны тоже есть, да? А, во, нашел. Их нужно поставить на эти квадраты. Блок встал на место. С этой стороны тоже где-то было. Где-то я видел. Здесь такая же история. Так, хорошо. Открывается, друзья, следующая дверь. Двери открыты, еще опыт дали, вообще замечательно. Так, больше вроде ничего не пропустил, да? Погнали вперед. Так, опять туннели. Короткие. Палата дракона. Ага! Там, где мы были, Буки с Элька, только повыше они были. И чего? И как сюда попасть? Там сохранялка. Да уж. Замечательно. Ладно, бежим. Бежим вниз. Больше ничего не остается. Как-то паутину тоже наверняка можно будет разрушать. Так, заперто. Ох, сейчас будет бойня. Ладно, сейчас ящики все разбомбим. Один кувшин. А как вот эти вот достать ящики, которые наверху? Так, что опять здесь делать? Что-то мигает, блин, вокруг все. Так, нужно посмотреть, наверное, что, куда ставить или нет. Или без разницы. А, все понятно. Их нужно поставить так, чтобы они друг на друга светили. Так. Сюда нужно поставить угловой. Это... Если я не ошибаюсь, это он. Хорошо.
Ну-ка. Да, отлично. Следующий у нас... Следующий у нас какой? Блин, их здесь много так-то. По-моему, вот этот нужно поставить вот сюда. Ну-ка. Точно. Потом. Вот этот нужно поставить вон туда. Ну, здесь несложно. Так. Так, а что, один лишний, что ли, оказался? А, вот как раз та самая паутина, через которую мы видели с вами сохранялку. Осталась здесь одна вот эта фиговина, вот, смотрите. А, ее двигать-то никак, на самом-то деле. Так, ну что, поднимаемся наверх. Идем к сохранялке. Двери заперты, да? Заперты. Еще даже элементы головоломки здесь встречаются. Неплохо. Игра меня не перестает просто удивлять. Постоянно какие-то новшества. Отлично. Так, ну что ж, друзья. Я предлагаю здесь на этом остановиться. Серия опять получилась у нас длинная, что меня просто радует. Это значит, что мы сможем пройти игру намного быстрее, чем вообще... Можно ее пройти, если выпускать по 40 минут ролики. Спасибо, что смотрели, друзья. Надеюсь, что вам понравилось, так же, как и мне. Комментируйте это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если до сих пор вы еще этого не сделали. Подписывайтесь на наш паблик. Участвуйте в розыгрышах игр. Подписывайтесь на канал Twitch. По воскресеньям буду делать по возможности стримы. В общем, было очень приятно поиграть и вернуться в эту замечательную игру Судейки. Ну что, всем спасибо, всем пока, с вами был Денис, и до новых встреч.